Боец ММА Куат Хамитов заявил о завершении карьеры в профессиональном спорте. Ранее стало известно, что спортсмена задержал ОМОН. По словам матери Хамитова, ее сына забрали без объяснения причин. Сам Хамитов сообщил, что во время задержания его избили. «Я провел более 30 профессиональных боев. Однако за один день в Казахстане получил травмы, несравнимые с теми, что были у меня после спаррингов или рингов. К сожалению, это очень сильно отразилось на моем здоровье. Я решил завершить карьеру, потому что мне необходимо длительное лечение», — сообщил боец. «Это очень сильно отразилось на моем здоровье, поэтому я решил завершить карьеру, потому что мне нужно долгое лечение, мне пауза большая нужна. А после паузы я вряд ли смогу вернуться в спорт». Во время обеденного намаза я читала намаз, и в это время зашли 10 человек ОМОНа, 2 гражданских людей, и мой сын сидел на этом диване, где сижу я. Повязали ему руки, положили на пол и начали его избивать.